Привет, друзья! Добро пожаловать в Лофт Трава! Год назад мы зашли в эти двери, и здесь не было вообще ничего, в общем-то, ничего и осталось. Но немножечко душевного наполнения возникло. Так скажем, с этого все начиналось. Это вход в карамельный цех площадью 1000 квадратов. И здесь мы искали наших первых резидентов, наполняли его, приводили в порядок, облагораживали и так далее и тому подобное. Пробный проект. Появилась идея около 2 лет назад, и место для воплощения нашлось около года назад. И существуем мы тоже, получается, уже год. Но официальное открытие, так скажем, было в феврале, а первые резиденты заехали вот как раз в это же время год назад. Я занималась живописью, преподавала. У меня была школа своя, Fine Art Studio, находилась здесь не очень далеко. Небольшая мастерская, писала картины, различные выставки. Но это мечта была своего рода. Мечты же, они обязательно должны сбываться. Я думаю, она постепенно формировалась за счет того, что мое обучение, моя жизнь проходила в Санкт-Петербурге, в Москве, в каких-то там поездках в европейских городах, где меня больше всего превращали в пространство такого формата. А здесь у нас, в Новосибирске, этого не было. Появилась идея попробовать сделать нечто подобное у нас в родном городе. С самого начала мы выдвинули четкие рамки, что у нас здесь будут только творческие специальности, творческие резиденты. Первым нашим резидентом стала школа фламенко Анастасии Климкиной. Это московская школа фламенко, которая сразу оценила пространство, потолки и возможности. Начав так бодро с танцев, ну, с нашей Fine Art Studio, которую мы перевезли сюда, начали сразу уроки живописи здесь проводить, и постепенно появлялись новые резиденты, пространство наполнялось, уже есть некоторая текучесть, то есть кто-то уходит, кто-то наоборот приходит новый. Очень замечательно поменялось наше общее направление с появлением театра Олега Жуковского на 3-м этаже, то есть появилась больше театрально-танцевальной направленности, причем тоже в интересном формате перформанса, каких-то преобразований, какого-то исследования пластического. Это стремление к свободе. Даже, не знаю, приезжая в какую-то небогатую страну и видят там счастье, улыбки людей, не замороченных там на каких-то вещах, ты, ну, сразу ловишь это ощущение свободы. И здесь то же самое. То есть не нужен какой-то очень классный бизнес-центр там или что-то еще для того, чтобы творить, для того, чтобы заниматься своим делом. В любом лофте существуют такие сегменты, можем условно назвать их коммерческими, за счет чего посещаемость увеличивается, потому что на выставке каждый день все равно там ходить не будут. А за кофе будут, как внизу у нас, замечательная просто кофейня. И тут же параллельно узнавать что-то новое, да, где-то выставка открылась, где-то какой-то проект. Все резиденты молодые, целеустремленные, верящие в свой успех и так далее. Сейчас планируется больше выставок, больше мероприятий такого немного развлекательного, можно сказать, характера, таких как кинопросмотры, различные мастер-классы, лекции, пиар-дни. То есть форматов очень много. Сейчас тестируем их, стараемся начать в них работать. И, в общем-то, довольно успешно. Получается собрать около 50-60 человек на одно мероприятие, но это, в общем-то, максимальное количество человек, которое комфортно может принять наша площадка. Конечно, мы сдаем свою площадку под коммерческие мероприятия, но сейчас мы выделяем отдельного резидента, это вот контора, которая будет заниматься всеми мероприятиями полностью. Около где-то месяцев 10 была я одна, и менеджер, и директор, и электрик. Сейчас команда 5 человек, но сейчас идет огромный входящий запрос, который просто очень сложно перерабатывать, поэтому на ивент будет целая отдельная группа выделяться. Хотя мы делаем очень много выездных праздников, мы в городских праздниках принимали участие, в парках, на разных других площадках. Стараемся как-то включаться в разные проекты. Мы сейчас рассматриваем площадки в других городах,
Ну, пока только рассматриваем, поэтому сложно говорить. Но я думаю, что в любом случае это создание некоторого сетевого проекта. Это будет интереснее. Пока сейчас планируем в Москве открыть большую такую структуру. Там очень активно сейчас идет развитие этого движения и большая востребованность в таких пространствах, несмотря на то, что их много. Сколько бы их ни было, каждый по-своему уникален, своеобразен.